Всем привет, это Sharp Aquos S2, и сегодня мы рассмотрим целых 5 причин, почему стоит купить этот смартфон. Первая причина, самая главная, самая яркая, это изумительный экран. Такого качества экран вы не найдете ни на одном бюджетнике, который вы будете рассматривать у Meizu, у Xiaomi, у Samsung. За эти деньги вы не получите такой экран у других брендов. Это 100%, потому что я перещупал массу разных смартфонов до там, $200. Экран здесь самый лучший. Второй момент, который стоит отметить, это камера. Она изумительно снимает и фото, и видео. У меня есть основной обзор на основном канале, который как раз таки показывает возможности камеры, и вас они поразят. Ни один бюджетник не снимает так хорошо, как этот смартфон. Камера действительно достойная. Еще есть такие плюшки, как NFC, быстрая зарядка и многое другое. Например, чехольчик в комплекте. Это тоже плюс, за который можно похвалить этот смартфон, потому что в принципе этот смартфон на 2018 год обладает всем необходимым, в том числе и отличной селфи-камерой, потому что сейчас селфи это, наверное, самое главное, на что смотрят люди при покупке камерафона. Еще одна особенность это то, что сейчас у нас в смартфоне уместилось все в одной кнопке, то есть нет кнопки назад, вызова менеджера приложений и многое другое. Все здесь, то есть удерживайте, он возвращается на рабочий стол, нажали один раз, он возвращается назад, делайте свайп, он загружает последние запущенные приложения, при этом моделька обладает очень высокой скоростью работы и, конечно, это обеспечивается хорошим процессором и быстрой оперативной памятью. Ну и еще один момент, почему этот смартфон действительно интересен к покупке, это очень громкий звук. То есть, во-первых, вы звонки не пропустите, во-вторых, это смартфон, который подойдет людям, которые любят слушать музыку. Он действительно громкий, сочный, насыщенный. Я думаю, что вам такой понравится. Я нисколько не жалею, что приобрел этот смартфон, покупался на JD, покупался он по скидке, в пару долларов там была скидка, и к тому же вообще там цена самая интересная, самая адекватная, да и достать его в других местах достаточно тяжело.